Всем привет, с вами еще об энтомологии. И сегодня я хочу вам рассказать о бабочке, которая называется медведица бурая. Вот так она выглядит. Бабочка медведица бурая неприхотливая. Питается исключительно теми цветами, которые входят в ее рацион. Это цветы коврика, васильки, одуванчики и другие цветы. Но больше всего она любит васильки. Бабочка медведица бурая, можно ее сравнить с размерами бабочки-малютки, то есть и голубянки, как еще говорят. Она небольшая, как вы видите. Это у меня самец, который я поймал вот здесь вот, на коврике, вон там вот. Бабочка медведица бурая — это необычная бабочка, потому что у нее находится на крыльях с краю такие желтые полоски. К тому же это ночная бабочка. Вид отряд чешуекрылых. Для энтомологии в этой коллекции это в радость, потому что бабочка редкая, не всегда попадается всем. И к тому же... она очень быстрая. Ее просто с очком можно не успеешь поймать. И бывает просто ты пофиг на нее, и ты не хочешь уже ловить ее. Как-то так. К тому же бабочка эта выращивает свои яйца на смородине. Именно на черной смородине. Гусеницы, когда окукливаются, они бугристые, как у крапивницы, покрытые шипами. Гусеницы ихнина волосатая с черными оттенками, с белыми точками. И они небольшие, с размером, капустницы, гусеницы. И кокон у них поменьше, как у голубянок. Полуовальной формы и коричневые. Вот такая бабочка медведица бурая попалась мне. Всем пока, всем удачи!